Всем привет! На телеканале «Домашний» выходит новый мелодраматический сериал под названием «Бокал вина и апельсины». Очаровательная, но слишком застенчивая Саша мечтает наконец-то устроить свою личную жизнь. Саше 30 лет, и она так и не смогла найти любовь. Ее мама отметает всех потенциальных женихов, предъявляя к ним завышенные требования. Однажды Саша знакомится с Никитой, очень привлекательным молодым человеком, который ей сразу же понравился. Отношения Саши и Никиты разворачиваются стремительно. Вскоре он неожиданно делает ей предложение руки и сердца. Возлюбленные уже вовсю обсуждают свадьбу и планируют счастливое будущее. Но совершенно случайно Саша узнает, что Никита женат. Премьера 4-серийного сериала «Бокал вина и апельсины» состоится на телеканале «Домашний».